Проблемная парковка под таким названием. Прошла очередная пресс-конференция начальника Госавтотехнадзора Московской области Татьяны Витушевой. По итогам первого квартала 2016 года административно-техническими инспекторами были выявлены порядка 350 нарушений парковки. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила более 440 тысяч рублей, сообщила Витушева. Одним из способов решения проблемы Татьяна Семеновна назвала увеличение числа парковочных мест в 9 крупных городах Подмосковья, расположенных УМКАД. Сейчас в этих городах официально зарегистрировано около миллиона автомобилей, а дефицит парковочных мест в общем в них составляет 120 тысяч. По предварительным данным, в рамках программы «Удобная парковка» планируется обустроить около 58 тысяч парковочных мест. То есть все равно еще почти половина дефицит будет, но это уже какое-то облегчение. Кроме того, теперь четко прописаны нормы градостроительного проектирования, которые должны выполняться при сдаче жилья. Для каждого города это свои нормы. Кроме этого, Татьяна Витушева отметила, что самый большой фактор нарушения парковок – не их отсутствие, а отсутствие культуры поведения водителей, которые в желании поставить свой автомобиль как можно ближе к подъезду паркуются на газонах. Как следствие, восстановление управляющими компаниями травяных территорий на средства местных жителей. Это, конечно же, несправедливо и, безусловно, является грубым нарушением. Больше всего такого рода нарушений у нас выявлено по первому кварталу на территории городского округа Коломны, Химок, Подольска и городского поселения Видное. Вот так прославился и наш город, и поспорить с этим фактом невозможно. Рейды местного 25-го отдела Госавтотехнадзора в Видном проходят регулярно. И всякий раз десятки нарушений. Пресс-конференция длилась порядка 2 часов. На встрече обсудили и другие смежные с главной темой вопросы.